Когда съезд, я уже отвечал, у нас в намерениях провести его где-то в месяце июня, в начале лета этого года. До тех пор мы будем вести подготовительные работы, разъяснительные работы и организационные работы. Иншаллах, мы его проведем. С помощью Аллаха, с его повелением, мы его проведем в июне месяца этого года.